Здравствуйте! С вами интернет-магазин Президент Watches. В данном видео мы вам расскажем, как настраивать часы Casio G-Shock G100CU3A. Начнем с режима текущего времени. Стрелки управляются отдельной кнопкой H-Set. Она слегка утоплена в корпус и ведет стрелку в направлении по часовой. Однократное нажатие переводит минутную стрелку на одно деление, удержание ведет уже более резво. Таким вот образом. Как настраиваются цифровые часы? Для этого мы удерживаем верхнюю правую кнопку данной модели до звукового сигнала. Впадаем в режим настройки. Первое, что мы можем сделать, это сбросить секунды. Навигация между разрядами осуществляется также однократным нажатием именно правой верхней кнопки. Дальше установка часа идет, затем минуты. Формат времени 12-часовой, либо 24-часовой. Все, и мы вышли из настройки очередным нажатием. Так все просто. Следующий режим – будильник. Также он устанавливается удержанием верхней правой кнопки. Попали в режим настройки, устанавливаем нужный нам час, нужные минуты. Все, вышли из настройки. Включается-выключается будильник однократным нажатием верхней правой кнопки. Следующий режим, секундомер. Запускается он правой верхней кнопкой. Все управляется одной кнопкой. Также останавливается правой верхней кнопкой и сбрасывается до нулевых значений удержанием правой верхней кнопки. Следующий режим. Второе время. Здесь вы можете выставить время в другом часовом поясе. Также заходите в настройку удержанием правой верхней кнопки. Восстанавливаете нужные значения. Переходите между разрядами верхней правой кнопкой. Также здесь вы можете установить данные календаря. Удерживаете правой верхней кнопкой до звукового сигнала, попадаете в режим настройки. Первое, что можете установить, год, следующий разряд, месяц, следующее число. И получите такого вида месяц, число, день, неделя. Все, мы по кругу вернулись к текущему времени. На этом все. Спасибо за внимание.